Промежуточные итоги борьбы с наркоманией и наркопреступностью подвели сегодня в администрации региона. Особое внимание правоохранительный блок уделил борьбе с так называемым бесконтактным способом распространения зелья или, проще говоря, через закладки. Большинство криминальных сделок сегодня совершаются в сети интернет, а в руки полицейских не раз попадали как наркокурьеры, так и оптовые торговцы. По итогам 10 месяцев в регионе отмечается увеличение числа зарегистрированных наркопреступлений чуть менее чем на 3%. Изъято почти 75 килограмм наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Эти цифры превышают аналогичные показатели прошлого года. С одной стороны, такая статистика нас не может не беспокоить, но с другой стороны, безусловно, она свидетельствует о качестве работы, росте раскрываемости наркопреступлений правоохранительными органами.